Там начали собирать художественные работы детей из разных городов России, в том числе из Украины и Белоруссии. Цель одна – знакомить юных художников с творчеством своих ровесников. На передвижной выставке, которая впервые открылась в Сочи, в рамках проекта «Открытый воздух общения» представлена техника песчаной графики. Сейчас, в общем-то, очень повышенный интерес возникает. Если раньше на различных конкурсах было очень мало работ по графике, то сейчас именно вот печатная графика приобретает большой интерес. И многие, кто не работал в этой технике, хотят научиться, и мы даем им эту возможность. Как работать в этой технике, ребятам уже рассказали и показали на мастер-классе. Каждый мог узнать секреты цветной линогравюры и даже попробовать сделать что-то самим. Материал для таких поделок – самый обычный линолеум. Вслед за Сочи с творческим проектом «Арт Транзит» будут знакомиться юные художники Москвы, Великого Новгорода и Волгограда.